Кожного дня з понеділка по п'ятницю відповідай на актуальні питання на головних вулицях Миколаєва та почуй голос твого міста. Яким засобом масової інформації більше довіряють городяни – національним чи місцевим? Дізнаємось на вулицях міста. Ні, телевізію не дивимося, у нас немає телевізора вдома. Ну, у нас тільки мультики і футбол. Муж – футбол, діти – мультики. В основному. Ну і новини. Ну, я телевізор більше дивлюся і книги. Інтер, 1 плюс 1, Україна. Миколаївське, що відбувається в Миколаєві? Да, дивлюся новини в онлайн-режимі. И Discovery. Доверяю, конечно, местным каналам. Я проживаю в городе Николаеве. Это и областное телевидение, это и 35-й канал. Действительно, они показывают то, что есть в городе, что в области, что люди должны знать. Ну, мы смотрим программу новости. Это Украина, 21-й канал. Мультики. Мультики. Вот у нас вот Иван Александрович мультики обожает, поэтому папе приходится тоже смотреть всякие фиксики, паровозики, вот это вот. Смотрим, конечно. Как вам сказать, у меня много любимых передач. Но сейчас больше всего я люблю смотреть социальные. Гройсмана, это любимый мужчина у нас сейчас у пенсионеров. Вот он на днях там тут много наобещал. Дальше я смотрю технические, люблю. Про природу. Это сейчас на пенсии, это только и посмотреть. Пенсии ж не хватает путешествовать. Вот я смотрю теперь, весь мир посмотрела практически по телевизору. Я смотрю областные. Я ее доверяю больше местным. Новости дивлюсь. Так шоу я не люблю. Ну, вообще-то на 1 плюс 1. Ну, много программ. Что-то познавательное. Живут на мире. Вот дети очень любят живут на мир. Очень любят. Мультики я стараюсь как-то их немножко ограничить. А вот что-то развивающее – это очень хорошо. В основном, думаю, постоянно смотрим просто семейные фильмы. Садимся с женой с ним и накрываем себе маленький столик и смотрим просто семейные фильмы. Комедии такое. Вы знаете, я сейчас в таком возрасте, что я делюсь только вот эти, как их, мега, вот это. Ну, звери, вот это все такое. И еще далеко, еще дальше. Местные тоже обожаю. Март. Они говорят нам правду. Ну, мне кажется, да, вроде бы как свое, родное.